Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, почему собака может вилять хвостом. Хвост – одна из самых выразительных частей тела у лающих. С помощью него лучшие друзья человека показывают свои чувства. И касается это не только радости при виде хозяина. Почему собаки виляют хвостом? О чем они говорят с помощью таких движений? Давайте подробнее рассмотрим причины, по которым лающие могут вертеть хвостом. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных. У нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика. Тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе приложения, который находится в настройках вашего телефона. Собаки виляют хвостом, когда они рады или находятся в игривом настроении. При этом учеными было установлено, что когда собаки рады, они больше виляют своим хвостом в правую сторону, а не в левую. Также значение имеет скорость движения хвоста. Чем быстрее собака виляет хвостом, тем она счастливее в данный момент. Собаки могут вилять хвостом, когда чувствуют угрозу или беспокоятся. Если радость передает виляние хвостом с уклоном в правую сторону, то собаки с негативными чувствами виляют с уклоном в левую сторону. Как правило, в этом случае лающий держит свой хвост высоко, но виляет им не быстро, как, например, увидев любимого хозяина, а медленно. Собаки виляют хвостом, когда хотят показать, что они доминируют. Такое движение лающие хорошо считывают друг у друга. Если собака хочет продемонстрировать свое лидерство, она поднимает свой хвост высоко и начинает вилять только его кончиком. Собаки могут вилять хвостом из-за страха. Если лающие боятся, то хвост у них расположен низко и вертят они им медленно. Как видите, с помощью хвоста собаки могут выражать самые разные эмоции, от счастья до испуга. Ну а чтобы понять лающего питомца еще лучше, нужно обращать внимание и на другие части его тела. Нередко выражение глаз, положение корпуса и ушей вместе с виляющим определенным образом хвостом показывают полную картину эмоционального состояния собаки в данный момент. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!